Ладно, довольно музыки, хватит, пожалуй, хватит. Привет всем, привет, Волк оф Эррор. Дела, в принципе, хорошо. А твои как? Как у тебя настроение, как делишки? Как у тебя день сегодня прошел? Хочешь, я тебе юмореску покажу? Прям охренительную юмореску. Тебе, наверное, очень понравится. Я для тебя стану чем-то более таким, знаешь... подвошистым, подвохистым, с подвохом, короче, стану, вот, точно, да. Только дай мне это сначала как-нибудь так раздобыть, чтобы свой канал не запалить. Чувствуешь себя моим преследователем? Почему это? Так, ща я наоткрываю то, что мне нужно. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тебе как сначала, пожестче или попроще? Mm.
Только начался стрим, ты уже тут как тут, так это ж хорошо. Это же замечательно, я считаю. Тихо. Мне тоже страшно. Не переживай. Но это стоит того. Тихо. Так, стоямба. Ну, давай, короче, начнем по порядочку. Так, мне для этого надо дисплей капчур. Эй, это я. Соответственно, первое. Видео. Почти одно лицо, между прочим, кстати. Но лучше всего я, конечно же, здесь получился, потому что прям... Вылитый. Так, следом у нас идет вот такая вот хреновинка. Здесь я очень брутально получился. Сука. Только, естественно, первое правило бойцовского клуба уже нарушил 10 тысяч раз, поэтому я решил попробовать кое-что другое. А именно, побыть женщиной-вампиром. Стефан, оставь ее одну. Окей. Я вот думаю, короче, может какой-нибудь из этих видосов поставить на донат какой-нибудь, либо на алерт. Самое лучшее будет впереди, если что. Это пока так, разогревочка небольшая. Вот это вот одно из самых таких. Капитан Джек Джефантроп, все верно, да. Но сейчас ты узреешь то, что ты, наверное, сегодня ночью будешь видеть. Я так точно буду это видеть по ночам, поэтому крепись. Это могли быть мы с тобой, но ты мне не донатишь. О, господи. Ух. Только посмотри, как я здесь прекрасен. Все к донату, да. Все верно. Счастья, здоровья. Мне вот, кстати, идут золотые зубы. Прям, может, тоже все сделать. Счастья, здоровья. Ой. Так, ну здесь показывается слишком много насилия, поэтому мы это не будем смотреть. О, я здесь тоже сам себе отлично нравлюсь, прям. Focus on my voice. О-хо-хо, какой я интересный человек сразу стал. И самая последняя конфетка. Вишенка на торте. О, да. Бэйби. Что может быть лучше Джефантропа с сиськами? Я даже не знаю, что и сказать на это на самом деле. Я думаю, ничего. Я думаю, с этим ничто не сравнится никогда и ни за что. Да, вот такой вот, короче, я сегодня ерундой на работе занимался, вместо того, чтобы нормально работать. Поэтому пошлите в Эндрал. Аж захотелось. Но, молодой человек. Полегче, мужчина. Мы в приличном обществе как-никак сидим. Так, что там игра? Захватывается, не захватывается? Надеюсь, что захватывается, мне не нужно ничего делать. Да, чудесно. Мне единственное, что... Так это надо губы смазать. Поэтому
продолжить игру, загрузить. Я отойду на 5 секундочек буквально. Опля. Да, вот, короче, я сегодня сидел, крутил, вертел все эти настроечки. Смотрел, что получится. Вот с Джокером довольно прикольно вышло. Настолько органично, что даже и не отличишь, как бы. Я там сижу, не я сижу. Вот. И с другими гифками. Там у меня еще вагон гифок остался. Я их, может быть, куда-нибудь пристрою потом. Не знаю, пока еще. Так. А что я делаю в этой подворотне? Зачем я сюда вообще зашел? Чем я вообще занимался на прошлом стриме? Я делал квест. Я делал квест по поводу культистов. Да, культисты на берегу. Соответственно, я его сдал вообще? По-моему, нет. Вновь убить капитана Грузика? В смысле? А, он типа уже мертвый. Так. Где там этот квест там? Или я его сдал уже? А, да, я его сдал. А что мне в награду дали, я не помню. Давайте я сейчас посмотрю, что у меня есть. Меч Кора. Но его надо продать. Точнее, наоборот, что какой продать. Его надо повесить дома. Да, это тоже надо дома повесить. Рунный боевой топор продать. Это продать. Топор слепого шахтера я буду использовать. Пойдешь попьешь? Давай. Сходи, попей. А мы пока будем разбираться, чё к чему. Так, ну ладно, пошли потихонечку домой. В богатый наш квартал. Когда туда дойти? Это куда-то туда, по-моему, да? По идее, да. Здорово, мистер Страшник. Чё-то куда-то весь народ, кстати, пропал. Я начинаю даже переживать. Квартал, знаете, кстати, находится в той стороне. А, все, я понял, где. Это я на рынке просто с очень странной нахожусь. Я не привык смотреть на него с такого ракурса. Давайте попробуем в банке, наверное, загнать наши вещи, которые мы достали. Там уже видно будет. Да, но банкир перестал работать по ночам. Вот же. Негодяй. Я бы даже о своих планах на Твиче сказал, но все куда-то ушли. И кому об этом говорить тогда, соответственно? Самому себе, но это неинтересно. Можно, конечно, сказать тем, кто смотрит на Ютубе, но... А смотрит ли кто-то на Ютубе? Смотрит ли кто-то записи на Твиче? Смотрит ли меня вообще кто-нибудь? Неужели я один во вселенной? Ну, вообще, по закону кармического, как бы, мироздания, кармического равноденствия, да, назовем это так, пожалуй, мне сегодня должно неплохо так привалить. В ближайшее время, хотя бы потому, что я сегодня стольким людям помог. Я их рассмешил. Я был с ними мил, любезен. Помогал в сложных финансовых операциях. Что случилось? Да ничего, я просто сам с собой разговариваю. Развлекаю себя сам. Меня этот манекен напугал, надо будет его переставить куда-нибудь. То я чуть как-то забыл, что у меня здесь бронька стоит. Сука. Встал, блин. Кто-то опять нашел мой гашиш. В смысле? Ты это о чем? Ты что это там? Балуешься? Наркотиками? Наркотики это плохо, детки. Понятненько, да?
Так, вот это все, в принципе, продать. Здесь всякие амулеты и прочее барахло можно закинуть в сейф. Привет, Моника. Привет. А, ты про меня? Так нет, я наркотики не употребляю. Как бы я за здоровый образ жизни. Максимум, чем могу себе позволить, это пиво иногда. Ну, изредка сигарету. Это мой максимум. Так, у нас еще... Что есть-то вообще? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, не за что там его банить пока что еще. Еще рано. Еще рано. Вот скажет он что-нибудь более этакое. Тогда и поговорим. Тогда и забаним. Текс. Текс. Надо письма скинуть, получается, еще, да, давайте сюда. Теперь мне пора, ну давай, пока. Что я могу еще сказать на это? Так, записки, письмо. Письмо, седьмое письмо, третье, четвертое, шестое. Эй, Даймон, привет, 1000 лет тебя не видел. У тебя радость? Какого же рода радость у тебя? Рассказывай. Что у тебя произошло прикольного? Так, надо еще слепого шахтера поставить на полочку. Мы его, в принципе, победили. Huawei P40 Pro. Я в телефонах, если честно, плохо разбираюсь, но тем не менее поздравляю тебя с данной покупкой. Или это не телефон? Что это вообще? Может быть, это ноутбук? Или, может быть, это... Стиральная машина? Сомневаюсь. Так. Король Бут и служанка Девотия мы читали. Слепой шахтер забирай. Телефон? А, нихера себе, а сколько ты на него копил? 60к. Идить, колотить. А, в Ютубыча. Ты, Моника, пропустил буквально чуть-чуть. В том плане, что уже был аналог Ютуба сегодня. Вот, я сегодня уже показывал видеоконтент, поэтому ты либо в записи можешь посмотреть, либо пусть тебе кто-то из чатика расскажет. Так, 3-4 месяца копил. У тебя либо очень большая зарплата, либо ты не платишь за жилье столько, сколько плачу я. Но в любом случае, опять же, поздравляю тебя. Это действительно дохренище денег. И я горжусь тобой, что ты столько смог заработать в такой короткий срок. И как ощущение от телефончика? Как тебе нравится? Ну, я думаю, за такие деньги туда. Так, теперь... Теперь мне надо скинуть еще... Давайте ингредиенты. Социальная стипендия плюс пособие. Получается, ты еще живешь в квартире либо от государства, либо в общежитии. От государства... Блин, я бы спросил, но типа невежливо спрашивать про такие вещи на стримах, тем более. Поэтому, как бы, если хочешь, расскажи, если нет, то я абсолютно окей насчет этого. Так, огненная соль, светопыль, соль маны. Финики тоже, давайте скинем. Все, что хочешь, спрашивай. Ну, теперь я стесняюсь. Да не, на самом деле, я чужие деньги просто не люблю считать, не... Чисто любопытно, сколько государство платит людям. Я не спрашиваю про причину, потому что, ну, если платят, значит, есть за что. Вот. Просто интересно, сколько оно выделяет на человека, условно говоря. Так. Так. А где я ключи скидывал? Постоянно, я не помню.
У меня вроде где-то коробочка была какая-то такая. Я ее то ли найти не могу, то ли глаза долблюсь. Нет. Давайте сюда скинем. Ненужные ключи. Балдеж. Так, теперь. Теперь. Potions Armor. Сюда, соответственно, мы закидываем одеяние Зулира. Не знаю, зачем оно мне вообще. Так, это все я продам. 12К, стипендия 3К на пропитание 12. А можно мне так же, а? Слушай. Можно мне так же, было бы неплохо. Эх, я бы, может быть, компьютер себе новый купил. Хорошенький. Так. Куда я черепа скидывал? Черепа я просто в ящик кидал. Да, вот сюда. Большой череп. Зажаренная голова быка. Я не знаю, зачем я ее с собой взял. Когда положу диплом плюс 90К. Жесть. Ну так-то норм. У тебя, наверное, получается и обучение бесплатно. Если я правильно понимаю всю суть процесса куклы. Давайте тоже скинем. Вот комнатушка в общаге, да. Обучение платить. Ну, я понимаю, что за всем этим стоит, наверное, какая-нибудь грустная история или около того. Поэтому я как бы особо за тебя выражать радость не буду, но тем не менее рад, что денег у тебя так в порядке получается. И что ты не сидишь с голой жопой на ветру. Это хорошо, это очень хорошо. Так, вроде бы все, что хотел, скинул. Если нет, то хрен бы с ним. Давайте поспим до утра. Потом сходим на рынок. Распродадимся и пойдем. И пойдем, пойдем, не знаю куда. Пойдем по основному квесту, наверное, давненько не были. Мать одиночка 7 лет 7 лет назад пропала без вести, блин. Хреново это слышишь, чувак, на самом деле. Хреново это слышишь, мне жаль. Я, кстати, знаю нескольких таких людей, и это прям что-то меня так удивляет каждый раз. С другой стороны, ну. Хотя всякое возможно в этом мире. Да, не стоит убиваться, как бы. Даймонд, в принципе, неплохо живет, потому что... Ну, потому что, как бы, это видно. Вот. Иначе он бы не позволил себе телефон за 60К. Плюс 7 лет прошло, а это все-таки не шутки, как бы, постоянно находиться в скорби, ну, такое. Монетки нашли. Спорный вопрос. Очень спорный вопрос на предмет того, что дали бы тебе родные. Я тебе как человек с родными говорю. Но это такой, знаешь, очень щепетильный вопрос в том плане, что кому как повезет на самом деле, кому как повезет. Потому что мне мои родители, ну, не особо много чего давали, к сожалению. Либо, к счастью, я хрен знает, как бы. Я претензии им не кидаю на этот счет, мне-то все равно уже. Вот, но тем не менее, я смотрю на другие семьи, там тоже как-то не особо все радужно было. Так, это продаем, это продаем, это продаем. Что еще я тебе могу отдать? Это мне нужно, это забирай. Так. Мне от тебя нужны на элементализм. Эксперт. Или мастер.
Эксперт. Блин, что я рано ушел с того квартала, надо было там еще немножко побегать. В смысле, мне не хватает? 51. А, блин, мне надо чуть-чуть книженский купить. Так. Где она там? Ну вот да. Да. Как бы все правильно. Главное, как бы не оскотиниться, вот и все. Вот. Но ты вроде как неплохо справляешься. Ну, с того, что я о тебе знаю, по крайней мере. Поэтому так держать, чувак. Так держать. Продолжай себя воспитывать дальше. Я вот лично этим всю свою жизнь не занимаюсь, потому что никогда не наступит вот черта, за которой ты можешь сказать: все, я закончил воспитывать сам себя. Ни хрена подобного. Воспитание самого себя — это на всю жизнь. Поэтому держи марку качества. И показывай всем, какой ты на самом деле молодец. Потому что как иначе? Так, давайте снова туда сходим. Бронелесорубова. Блин, ну вот зачем они так фамилии перевели? А. Да, да, все верно. Все верно, как бы. Поэтому, опять же, ты реально хорошо поступил, что не скатился. Потому что я знаю, как это легко. Я очень много взаимодействовал с такого рода людьми. Вот, когда в школе учился, которые, ну, были из-за неблагоприятных семей, у них отсутствовали тоже матери, отцы, а те, у кого они были, они все поголовно пили, принимали наркотики, ну, родители, я имею в виду, и, соответственно, их дети тоже начинали копировать поведение своих родителей, и это было просто кошмарно, как бы. Вот, я ставлю себе заслугу то, что я не опустился туда же. Я не оскотинился. Я молодец. Так что да. И это как бы штука довольно непростая, потому что, ну, это еще силу воли надо иметь на хоть каком-то уровне. Так, забирай вот это. Вот это. Это и вот это. Бонусом вот это пойдет. А мне. Все правильно делал. Я таким же стараюсь быть, как бы ценить личное пространство, быть воспитанным, как бы вежливым. Очень много кто, кстати, крайне неадекватно воспринимает такую позицию. Они начинают типа: ты чё ты, как червь. В смысле червь? Червь у тебя в штанах, ты животное, как бы. О, люди. Так, мне эксперт нужен. Да, давайте сразу все 9 купим. Пам-парам-пам-пам. Зато, кстати, я со всей уверенностью могу сказать, что у тебя, как у человека, есть будущее. Это радует. Это, несомненно, радует. Ну, это и будет продолжаться, но я, если что, тебя понимаю, принимаю тебя таким, какой ты есть, потому что, ну, я сам в таком же варился и продолжаю, в принципе, вариться. У меня довольно узкий круг общения, и меня это настолько устраивает, потому что, блин, люди не умеют между собой нормально общаться. Я сам не являюсь, конечно, супер, так сказать, экспертом в плане коммуникации, но тем не менее я считаю, что у меня все-таки уровень чуть-чуть получше, нежели чем у обычного обывателя, потому что я хотя бы не начинаю хамить в первые 5 секунд нашего знакомства с человеком. Пример тебя интересно слушать. Спасибо большое, благодарю, это приятно слушать, я ценю твой комплимент, спасибо. Симпай. Так. Так. В принципе, у меня денег уже не осталось, поэтому смысл мне смотреть на
заклинанием. Ну, погнали по квестицу. Ну, лично мне в этом плане помогли очень сильно книги, если что. То есть я очень сильно наседал на книженцы, как бы, и за счет этого, в принципе, вымахал в то, что я сейчас есть. Вот. Не люди, не какие-то события, не, именно книжки меня подтолкнули туда, где сейчас нахожусь. Ну, понимаешь, ламповость, она у каждого своя. Это стоит отметить, как бы плюс. Когда много людей, сохранять ламповость, наверное, сложно. Я не уверен, если честно, потому что, ну, я не владею большой аудиторией, банально. Но у меня есть подозрение, что это будет очень сложно удержать все в рамках, как бы. Вот. Потому что будут приходить всякие разные люди, вот просить посмотреть, допустим, там, не знаю, какие-нибудь кринж TikTok compilations. И ты такой, типа, ну чел, ну ради тебя один раз можно, а все такие, блин. В общем, блин, сколько голов, столько и мнений на самом деле. Не знаю, когда-нибудь и мое комьюнити разрастется, конечно. Я очень на это надеюсь, я очень этого хочу. Потому что, опять же, мне на Твиче очень приятно находиться, как бы. Общаться с вами, допустим, как-то показывать вам что-то, рассказывать. Пусть я и не самый, так сказать, ну, насыщенный событиями человек, но тем не менее, как бы, тем не менее, мне приятно переживать с вами какие-то моменты, пусть даже и игровые. Вот. Это пока что есть только игровые моменты. Потом будет намного больше. Потом будет, не знаю, какой-нибудь, не знаю, лайв-контент в том плане, что ИРЛ-стримчики какие-нибудь. Я уже думал об этом. Типа ночной поход за шавермой в лаваше сырном. Вот это было бы прикольно, я думаю. Ну, стоит не забывать еще о том, что и адекватность у каждого своя. Кому-то адекватно, типа, влететь в помещение, ни с кем не поздоровавшись, тут же начать говорить о деле. Для меня, наоборот, это, типа, ну, не особо адекватно, в том плане, что надо обозначить свое присутствие. Пускай тебя и так все заметили, но банальную вежливость никто не отменял. Вот. Для начала. Плюс, кто-то считает нормальным не заплатить за проезд в автобусе, потому что, ну, они обязаны меня возить. Ни хера они тебе не обязаны, чел. Они тебе предоставляют услугу, ты ей пользуешься. Вот. Большинство считает, что это норма мусорить на улице. Сейчас прошу прощения, потому что написали мне. Любопытно, я не успел прочесть и закрыл оповещение. Все равно за русского пока что. Пардон муа, дорогие друзья, подруги, братья и сестры. Ну, вот насчет этого я согласен, да, есть такие. Я, конечно, их не смотрел, ну, потому что я, в принципе, редко слежу за чужим контентом на Твиче, вот прям категорически редко. Ну да, я знаю, что пример заразителен может быть. Дурной, конечно, чаще всего более заразительный, но тем не менее я пытаюсь придерживаться именно такой, знаешь, золотой середины, потому что, ну, я вот человек не самый идеальный, у меня есть свои косяки, я о них знаю, а бывают такие моменты, что они для, наоборот, для меня как бы, ну, неведомы, потому что я не могу быть максимально адекватным по отношению к себе. И поэтому я все равно пытаюсь как-то, знаешь, занять такую позицию, чтобы не транслировать в окружающий мир какое-то дурное поведение по отношению к кому бы то ни было, либо чему бы то ни было. Вот, то есть, да, я могу мутюкнуться, например, но
Я считаю просто, что ненормативная лексика, как бы она должна присутствовать в жизни человека, потому что она экспрессивная. Она помогает как бы ярче донести твою собственную мысль, ярче и быстрее. Это, кстати, вот важное такое уточнение, потому что постоянно использовать ненормативную лексику, это наоборот, как бы уже моветон. Вот, и так далее, и тому подобное. Ну. Ну и плюс, как бы, я смотрю на других людей, как бы пытаюсь у них что-то хорошее подчеркнуть. Вот. И всегда себе говорю, что до собачьего уровня, когда собака на тебя гавкает, лучше не опускаться и не гавкать на нее в ответ, как бы. Поэтому я сижу здесь и общаюсь с вами. Ну, понимаешь, насчет ограничений, тут тоже надо уметь, потому что во всем должна быть мера, даже в том, чтобы быть собой, потому что если бы я был вот прям на все 200% собой, я бы сидел голый, я бы не приводил себя в порядок, я бы, не знаю, в носу ковырялся, там, отрыжку делал или что-то такое, вот понимаешь, какие-то человеческие такие... вещи проделал, которые я могу позволить себе, когда я нахожусь наедине сам с собой. Вот. Да я как бы умею следить сам за собой, в том-то и дело, но просто иногда мне впадло. Вот и все, как бы только и всего. Вот. Так что поток, он, наоборот, меня мотивирует чуть чаще этим заниматься. Вот. Я не говорю, что я прям вообще какой-то чушка или что-то подобное. Вот. В том плане, что я грязнуля там или свинтус полный. Нет, как бы не так. Просто иногда не хватает моральных сил и физических. Вот и все. Ну, я, может быть, тоже не против того, чтобы ты смотрел на меня голым. Чтобы я был голым. Ты, в принципе, тоже можешь быть голым, если что. На Твиче. Но есть определенного рода правила на данной платформе. Поэтому давайте я застегнусь на всякий случай на еще одну пуговицу. Вот. Плюс ко всему, я стараюсь следить за своей речью. Вот, потому что, опять же, если бы я этого не делал и был на все 200% собой, я бы просто молчал. Потому что, когда ты постоянно что-то говоришь, у тебя устает горло, ты начинаешь запинаться. И такой сидишь, а зачем мне это вообще нужно? А может мне просто опустить лапки, лечь на кроватку и ничего не делать? Нет, так делать нельзя, наоборот. Надо себя ставить в какие-то рамки, но рамки адекватные, понимаешь? То есть я... ставлю себе адекватное ограничение. Вот, только и все. То есть я не говорю, что я прям пытаюсь вести праведный образ жизни, пощусь, не употребляю там алкоголь, не поднимаю, не знаю, голос на людей. Ну, в принципе, я голос реально никого не поднимаю. Короче, я вот реально просто поставил себя в комфортные условия. Вот, потому что без внешней мотивации внутренняя у меня не особо хорошо работает. Вот. Мне, в принципе, внешняя мотивация дает стимул. Вот, потому что в противном случае жизнь не имеет смысла. Или какая-то такая, знаешь, метафизическая херня. Вот и все. Поэтому Twitch, он как бы стимулирует меня в хорошем плане. Потому что если посмотреть на себя в начале всего этого Twitch-пути, у меня он еще коротенький, как бы небольшой совсем. Я, в принципе, могу с чистой совестью сказать, что я прошел, ну, довольно неплохой путь, как мне кажется. То есть я улучшил сам себя. Я стал еще более привлекательным в своих глазах, как ни странно. Вот. И это все благодаря вам, дорогие мои, потому что без вас бы этого ничего не было. Как бы. Тут зрители очень сильно еще влияют. Мне все-таки, как бы, хоть и нравится быть одному, но и на публике мне тоже очень сильно нравится находиться. В том плане, что тет-а-тет лично с кем-то я могу проводить время, да.
Но мне комфортнее всего именно вот такой способ взаимодействия с миром. Он эгоистичный, да, но тем не менее он для меня самый комфортный. Я говорю голосом, вы мне что-то пишете в чат. И это так удобно, боже мой. Я бы, наверное, так со всеми людьми взаимодействовал, но, увы. Увы. И это не потому, что я какой-то хикушка забитый. Нет, как бы не так. Я могу в компании шутить, юморить и быть вообще, как бы, рубаха парень. Просто я этого не хочу. Для меня это слишком затратно по ресурсам. Вот и все. А я свои ресурсы берегу. Они у меня не бесконечны, к сожалению. Так, мы пришли на место ритуала. Он со стенкой слился, я его не видел даже. Чё ты меня так напугал, мужик? Господь, прости меня, я тебе сейчас всеку за это. Фух. Ой, ладно, зачем так сурово, мужик? Ну, какой бука. Может, у него с женой не лады, либо с мужем, кто знает. Но мы не будем на него сердиться. О, лапочка. Ну как же он меня напугал. Засранец. Блин. О, прикольное местечко. Что я в фонтан хочу нырнуть? В смысле никаких разглядываний глупых? Эй! Я вообще-то люблю глупо разглядывать вещи. Бразо, ну погнали. Тут, наверное, надо лучше от первого лица идти. Хотя нет, я придумал, от третьего будет более пафосно. На пафосе идем. Да капец на самом деле. Чё вытворяют? Пугают бедных стримеров. You consider it a treason against our charter, and therefore against us all. And indeed, it is true that traditions have strengthened the order. We have ruled this land for millennia, and for millennia we have prevailed. And I know that what happened 2 years ago has unsettled you. Yes, we are in a crisis. Yes, our foundation seems to be shattered. And now you believe that I profane even what little is left by consecrating a pathless. Я вообще его не слушаю, если честно, я как-то в своих мыслях сижу. Стыдоба, стыдоб. Я ее не ощущаю, да. And even now, after their demise, we will pursue this idea. We are facing a threat that endangers the world as we know it. And to fight it, we need one thing above all others: the readiness to make sacrifices for the greater good. Если ты его не слушаешь, тогда сам не молчу, но я не люблю перебивать молодых людей и пожилых тоже. Поэтому. Привет, кстати, привет. Как твои дела? Как настроение? Как день прошел? Все ли у тебя хорошо сегодня было? This is the day when my old me dies away. For today I receive. Ой, это так резонирует с моими событиями, которые были недавно в моей жизни. Ух. А, телефон должен завтра прийти. А, послезавтра, точнее. Слушай, блин, потом расскажи обязательно, как он тебе по вкусу. Норм, не норм. Мне интересно. Так он из себя в реальной жизни. Пятница это прекрасно, с полностью согласен. Просто блеск. Я сегодня брякнул закон немножко, ну типа брейкнул. Breaking the law. И ушел с работы пораньше. И это было так прекрасно.
и никто не мог меня остановить. Телефон по вкусу, да, все верно, как бы. Ты что, свои телефоны не пробуешь на вкус? Long Cup Warrior. Очень много опускаешь. Упускаешь. Что-то я... словечки путаю. Пересмотрел все обзоры, очевидно, мне будет по вкусу. Справедливое замечание, справедливое. Я просто вспоминаю о том, как я по обзорам тоже всякие вещи покупал. И, в принципе, каждый раз попадал в точку. Больше всего мне, конечно, понравилось с наушниками. Именно с маршаловскими. Marshall Major Pro 3. Вот. Пожалуй, так. Неудержимый G-Fan. Меня можно удержать, просто не такими способами, которыми обычно действуют на работе. Вот и все. Так, этот день, когда мое старое «я» умирает. Сегодня я получаю сигил. From now on, I live to protect by sword and mind the path, my land, and those who are without strength. Чё там, мечом, да? Ща. И... где там он? Ёб твою мать. Так вот. Теперь я живу, чтобы мечом и разумом... Надо книжку, наверное, взять в руки еще. Ну как я тогда ткну кнопочку? Ладно, я сейчас что-нибудь придумаю. Сойдет. Теперь я живу, чтобы мечом и разумом защищать путь, свою землю и тех, кто слаб. Until death absolves me from my duty. Пока смерть не освободит меня от службы. Until death absolves me from my duty. Thus, you are elevated to keepers of the first sigil. Rise. Баудеш. Я теперь хранитель первого сигила, или что там было сказано, я опять все пропустил, как обычно. По эргономике он прямо офигенен. Блин, вот эргономика телефона на самом деле очень важная тема, потому что мой, допустим, у меня в руке не особо удобно сидит. У меня хоть и длинные как бы пальцы в целом, но я не дотягиваюсь до некоторых моментов на экране. Это так тупо. Блин, так неудобно. О, мне дадут сейчас броньку. Балдеж. Балдеж, балдеж, балдеж. Что такое эти сигилы? Тручесса. Вся работа в Гугле завязана. Ух, корпорации. И это все теперь я хранитель ордена. Masters will teach you, our smiths will equip you. That is all that I wanted. Работа, работа. Уйди на Федота. С Федота на Якова, с Якова на всякого. Так, где мне получить мою бронь? Где-то там. Погнали. Юпи. Бекс. Блин, кстати, а вы не знаете, куда делись планшеты? Ну, вот, таблетки такие большие. Потому что раньше они были практически у всех, а сейчас я ни одного человека с планшетом уже не видел, наверное, года 3 или 4. Получено достижение Хранитель Святого Ордена. Блеск. Блеск, блеск. Так, что же мне выдаст кузня? Так, здесь проход в нее. Надеюсь, она выглядит балдежно. Да раньше в метро просто, помню, катались с этими планшетами постоянно. Вот, сейчас максимум, что можно увидеть, так это читалку электронную, так и телефон. MP3-плееры вообще исчезли как класс, кстати, должен заметить. Даже я перестал ими пользоваться, хотя у меня их два. Я как ведьмак хожу с ними, короче.
Один для чудовищ, другой для людей. Нужно уйти, могу вернуться, если повезет. Но я надеюсь, что тебе повезет. В любом случае, если ты уйдешь с концами, то не переживай. Я на тебя обиду таить не буду. В любом случае, спасибо, что заглянул, братан. Пис. Всем кискам пис. Всем мискам пис. Не знаю. Удачи, короче. Просто забанишь? Не. Так легко ты от меня не отделаешься. Я к тебе домой приду. Я, во-первых, не знаю, что такое АПР фаблеты. Фаблеты. Я не уверен, что я даже слышал такое словосочетание в своей жизни. АПР фаблеты. Что это вообще, блин? ПР подстать твоему уху? Ну, это знаешь только если всякие ХРС покупать. А у меня простенькие довольно. Меня единственное, ну, ради чего я их ношу, так это потому что там памяти достаточно, в принципе, а я музыки много люблю послушать. У меня ее вагон. Так, мне нужно снаряжение, доспехи, можно? Нет, я просто про планшеты говорю, не про фаблеты. Ну и жесть какая. Фаблет. Почему фаблет? Чем они обосновали свой выбор использования такого слова? Почему не white телефон какой-нибудь или типа того? White screen телефон. Ваблет. Мой вариант мне нравится больше, если честно. Так, роба, конечно же. And no matter what you think of all this, wearing this armor is an honor. Блин, я надеюсь, у этой робы отличные показатели, характеристикам, потому что в противном случае я буду недоволен. Так, мне дали одеяние. Чудесно. Давайте посмотрим, что оно из себя представляет вообще. Так, обруч натяни. Увеличивает вашу ману на 8%. Ну, слушайте. Неплохая тема, на самом деле. Хотя, ну, ладно, хрен с тобой. Слабенько, слабенько, все-таки. Но, тем не менее, попробуем. Ну-ка, как я выгляжу? Да повернись ты в камеру, на свет. Капюшон максимально ущербный. Просто кошмар. Или это потому, что я обруч натянул? Не, без обруча я выгляжу еще более ущербно. Ой, простите, что я топор достал. Я не специально. Так, что у вас вообще есть? Ботинки городской стражи. Прикольно. Рюкзак, наручи хранителя, обувь, новичка ордена, одеяние хранителя, одеяние... А, можно плащ купить. Можно купить плащ, но я не хочу. Плащи мне не нравятся. О, щит классный, кстати. Книга крафтинга. Так, на элементализм у тебя ничего нету. Давайте одноручная, кстати, бафня. Одноручная и легкую броню. Что продаешь? Ничего интересного. Такс. Книжки. Эх, ты ж еб твою мать. Я уже хорошо владею навыком ношения легких доспехов, оказывается. Вот тебе на. Так, тогда забирай обратно, пожалуйста. Благодарю. Ну, я предпочту услышать твои восхищенные крики на тему телефона. О, размещаем экопофон. Камень душкоппа. Блин, его надо будет найти, получается. Интересно, интересно. Так, а здесь есть место, где я смогу повышивать
грубо говоря, потому что я уже которое время не могу найти ткацкий станок. Просто улыбка до затылка. Хочешь узнать, откуда появились эти шрамы? Мой папочка когда-то купил себе Huawei. Что-то там Pro 40. И был постоянно рад. А потом он увидел меня и заметил на моем лице отсутствие радости и спросил меня: сынок, ты чё такой серьезный? А потом он мне показал волшебный трюк с исчезновением телефона. О, боже мой. Так, мясник из арка, первые шаги, том 3. У меня его как раз таки нету, по-моему. Так где мои книги? Да-да-да-да-да, вот ништяк. Тихо спиздил и ушел, называется, нашел. Так. Этот телефон не нуждается в представлении. Совершенство, созданное Китаем. Ну, я за телефонами вообще не слежу, потому что мне это не интересно по большей части, так как я от телефона прошу только одно — интернет. Это все, что мне нужно, по сути. Вот. Больше мне ни камера, ни что-либо другое не интересно. Ну, разве что вместительность еще имеет смысл. Но с этим пока проблем особо нет. По-хорошему, надо бы и свой обновить. Какой-нибудь простенький купить. Относительно новый. Но это пока не важно. Мне нравится мой другой телефон. Старенький. Блин, куда я его делал, интересно. Прям очень классный. Samsung Galaxy Wave S530, по-моему. Куда-то я его запихнул, не помню куда, к сожалению. Он прям так классно раскладывался. Я бы с ним сейчас ходил, но, к сожалению, там дико глючный 3G и отсутствие Opera Mini, чтобы даже в ВКонтактике посидеть. Так. О чем базарите? Блин, меня бесит, что я лысый в этом капюшоне. А так не смотрится, потому что выбивается. Можно без капюшона, в принципе, ходить. У меня как будто волосы не мытые. Ужас какой. Око 3 NFC. Ну, напомни мне об этом, когда у меня будут деньги. Вот, это пока не ближайшее время, в том плане, что, ну, пока что у меня не горит покупка телефона. Абсолютно. Так. Prophet, did you find your way around? Думаю, что да. Good. It is important that you get adjusted to this place. It will be the base of all operations to come. Right now, we are still in the dark as to the true nature of this cycle. All we have are fragments, but we will change that. There are two trails we have found. I want you to go after both of them. Что за пути? The first one has to do with the stone fragments from old Rashengrad. Pegast has not yet told you, but all of them together form a so-called sigiled stone, which we urgently need. The arcanists have already put it together, but we still lack a part of the ritual to activate it. And for that, we need the memory of a dead person. Mm-hmm. The second trail revolves around a discovery we made in the Heartland. It could be a significant, if not the only prospect. Where do you want to start? Погнали в лес. I'll make it short. Погнали в лес. We assume that in the last cycle the Pyreans worked on a machine which they hoped would save. У меня, в принципе, даже есть предположение, куда нас именно зашлют. An old artifact which they tried to put back together.
Машина? Как машина может противостоять очищению? Надо, кстати, будет потом заняться квестом того изобретателя. После этого главное не забыть. Maybe, however, this machine can. As I said, the Pyreans didn't invent this machine. Надо еще эту лампу снять, кстати. Ты болтается, почему зря. If this idea was worth pursuing, we should at least look into it. Pegast found an old ruin named Old Dothelgrad, which seemed to be some kind of laboratory of the Dilgar, one of the ruling castes in the Pyrean era. Там кто-то слева так крякнул, интересно. Он сказал, что он будет максимально кратким. Он 5 минут уже базарит. Сколько можно, чел? Акстись. В чем разница между дильгарами и ишийцами? Нахрен я его спросил. They were servants of their highest being, the deity all of Pyrea worshipped. But everyone knew that it was the castes who had the power. Меч у него, кстати, прикольный. Там даже что-то написано на нем. Какие-то письмена есть. Веритас написано точно. Это я вижу вот здесь вот. Via et Veritas. Только тут непонятно, что сказано. Интересно, во что он там верит. Пойдешь стрелять херней? Дело полезное. Послезавтра. Ну да, по идее, послезавтра стрим должен быть. Хорошо, будем ждать. Будем ждать. В любом случае, спасибо, что заглянул. Еще раз поздравляю тебя с покупкой телефона. Удачи. Так. Почему вы верите, что эта машина, чем бы она ни являлась, может на самом деле помочь нам? Она же не спасла перицев. Yes, благодарю. Благодарствую. Уля-ля, обливим. Магия разрушения. Иллюзия. Восстановление. Изменение и... Это вот не помню, что за магия. Хм. Ну, хорошо, согласен. Блин, мне дают компаньона, я так не хочу. И... Че, все? Все. Так, ну, погнали. Бог из машины. Хорошее название у квеста, мне нравится. Бог из телефона. А, это ты. There you are. The Grandmaster already briefed me on our mission. Shall we go? Почему он нас двоих отправляет на эту миссию? Why do you ask? Does it bother you? Да, меня это беспокоит. Я лучше работаю в одиночку, вот и все. So do I. To answer your question, не одобряет. I don't know. I assume I am accompanying you because we both did the trial together, but as to why you are assigned to such a crucial mission is beyond me. It seems the Grandmaster really does believe in your role as a prophet. Ну, если ты погибнешь, то будешь виноват сама в этом. Я тебя спасать не буду. I suggest we save these questions for later. For now, let's focus on the task at hand. Вот такой вот я звоней. Yes. Пошли. The ruin isn't far from here. Just meet me at the Myrid's Tower in the Northern Heartland. I will wait for you there once I finish my preparations. Да, я жесток, жесток, но справедлив. Ты бы просто знала, как она стелилась под другого челика до этого, который ее ни во что не ставил. И у нее полностью отсутствует самоуважение к самой себе. Я не хочу с ней дружить после этого. Вот и все. Конечно, это неправильный подход, я это понимаю, но тем не менее. Имею же я все-таки хоть какие, но никакие права. Например, того, с кем мне дружить, а с кем нет. Ревность. Тю. Было бы к кому ревновать. Тот челик прям... Жалкий. Очень жалкий. Плюс я не влюбчивый человек, поэтому я вообще на этот счет не запариваюсь. Мне здесь из девушек
Да никто не нравится. Из мужчин тоже никто не нравится. А больше-то тут никого и нет. Мне вот мой топор нравится. Прям охренительный топорищ. Ептыщ, хаблищ, хлобысь. Жалко, что у меня нагайки нет. Ёлки зеленые, я придумал. Я знаю, что я сделаю. Я, наверное, сейчас топор уберу и возьму саблю. Это, конечно, не... Я слово забыл, прикиньте. Нет, не шпага, как же это называется-то? Сабля, в принципе, да, точно. Короче, возьму ебический дрын. Буду с дрыном ходить и всем наваливать налево и направо. У меня сегодня такое боевое настроение немножко было. С утра пораньше. Я его целый день как-то в себе, так знаете, хранил. Все, не знал, куда пристроить. И вот, более-менее нашел, кажется, куда его приткнуть. Так, где квартал знати? Вот он. Давайте зарулим домой. Кандидат. Аристократ. Крипто. А куда ты именно, кандидат? Непонятно. Ну какая четко противная там сидит, а? По шапке бы ей. Хлёсть. И все. Ишь, блин. Нужно мне быть где-то еще. Это тебе нужно быть где-то еще. Я нахожусь там, где мне нужно. Так, во-первых, сколько идет стрим? Я не знаю, долго ли я вообще сегодня буду сидеть. Потому что народа как-то особо нету, поэтому сильно рассиживаться я, скорее всего, из-за этого не буду. Но с другой стороны, чем мне тогда свою ночь занять? Чем-то надо очень горячим, наверное. Давненько я фильмов не смотрел. Кстати, надо бы Дракулу добить, а то я как-то начал его, так и не закончил. Сиди-сиди. Ну, мам! Не так грустно, а что грустить-то? Зачем грустить, когда можно не грустить? Плюс, ну, относительно скоро, по идее, челик освободится, как бы. Он будет тобой занят. Я понял, ты просто тянешь время. Живого человека послушайте. А кто тебе сказал, что я живой? Кто тебе такую глупость сообщил? Так. Ёб твою мать. А как снять-то? Под мой стрим хорошо не только убираться. Под мой стрим много чего можно делать. А я только что сейчас такую хероту совершил. Блин, а как со стойки-то снять, лол? То есть, типа, я поместил и все, больше не могу снять? Да камон, это же несерьезно. Как-то же можно достать. А, вот надо вверх, судя по всему, смотреть оружие. Но нет. Так не работает, по крайней мере, с мечом. Эх, ёлки зеленые, блин. Да-да. Капец, ну ничего, у меня автосейв близко. Меня так просто не наебешь. F5. Дайте на всякий случай. Так, вот все, я безоружный. Верните дрын. Я им биться хочу. Капец, ну кто так делает? Я что, вообще ничего не могу снять, что ли, получается? Вот этот могу взять. Этот могу. Но остальные вот вообще. Разве что телекинезом. Игра вылетела.
Мое почтение. Больше вот действительно у меня нет игрушки. Она просто взяла и вылетела. Ну, коза. Может, что-то тогда другое поделать, я даже не знаю. Во что-то другое ворваться. Просто купила игрушку. Но Эндрал, он же бесплатный. А, ты про другую игрушку. А про какую тогда? Что за оно? Чем именно она тебе не понравилась? Поведай мне. Rocket Arena. Это ли не та, где надо на машинках гоняться? Нет, это другая. А, это какой-то шутанчик. Меж людьми. Ну, выглядит сомнительно. Там Бионикл зато есть. Вот знаешь, по стилистике, как будто гномы из World of Warcraft решили пойти в другую игру. Да и локации, в принципе, даже похожи, кстати, на азеротовские. Обзоры смешанные. Ну, надо было обзоры почитать. Что я тебе могу сказать? Плюс ко всему, ты можешь запросить возврат средств. Поэтому я не вижу большой проблемы на этот счет. Если хочется хорошего шутера, покупайте Тарков. Не, в Тарков лучше не идти ни под каким предлогом. Это прям извращение для всех. С4 лик. Жану. А, закрытый, ну. Мертвые игры меня не интересуют. Точнее, закрытые. Вон, Warface есть бесплатный. Там какой-то Хэллоуин контент сейчас идет. Уж ворваться. Даже не знаю. Арлекин сегодня еще предлагал Фазмофобия. Что это такое вообще? Хоррор, совместная игра по сети. Говорит, можно что-то паранормальное расследовать. Так у меня паранормальщина и так присутствует, как бы в моей жизни. Стоит только в соседнюю комнату зайти. Хз-хз. Overwatch 2. Ну, Overwatch заменителем может быть Team Fortress 2, насколько мне известно, они типа одного поля ягоды, но меня ни тот, ни другой как-то не особо, ну, не особо привлекает, мне стилистика не нравится, я больше по более реалистичным шутанам угораю, есть у меня такая штучка-дрючка. Давайте заново эту шарманочку запустим, еще немножко посидим. Надо бы Моротопию закончить, проходить. Следом за ней первого Ведьмака. Потом, наверное, будет уже GTA 3 закончено. Наверное, в таком порядке все у меня завершится. Потому что когда кончится Эндрал, я вообще без понятий. Равно как и Dragon's Dogma. Да, я прохожу Ведьмака. Ну, как бы все то, что я сейчас перечислил, это то, что я прохожу на стриме. Я для себя уже перестал в компьютерные игры играть, в принципе, вообще. Вот, максимум там иногда с ребятами знакомыми могу во что-то ворваться, но на вечер два раз в месяц или типа того. Блин, это что, комар? Сука, комар. Потом разберусь. Но откуда он взялся? У меня же дверь закрыта. Обидно.
Так, давайте попробуем еще раз дрым взять. Ведьмак, если что, первый. Я не помню, сказал я это или нет, но да, это первый ведьмачок. После него, соответственно, будет когда-нибудь второй, там и третий подтянется. Ну, вообще, я удивлен его встретить, как бы, потому что я комаров уже давно не встречал в нашем городе. Их действительно мало осталось, как бы. Прям за все те года, что я тут живу, ну, вот ближайшие, допустим, 5 лет, встречи с ними можно пересчитать по пальцам одной руки. Пожалуй. Я когда на юге отдыхал, там комаров было до жопы. Прям до хренища. Вот это было неприятно, конечно. Потому что я отвык от такого количества посасываний в мой адрес. Не самого приятного рода ощущения, конечно, были. Так, мне нужна Миратская башня. Это где-то там, по идее. Вроде бы была. Да, но здесь я не пройду. Или я где-то здесь смогу выползти. Вот, блин, редко Миратом пользуюсь, не помню уже. Ни хрена, был он тут, не был. А, вот здесь, по идее, смогу подняться. Нет, это в сторону храма ведет. Ну да, значит, через рынок, потом туда, налево, и там уже будет Миратская башня, точно все. Решено. Блин, надо будет его потом найти, но он еще какой-то странный в том плане, что он относительно большой был и как-то специфично летал. Видно, он уже при смерти как бы. Но ничего, я его быстро добью. Так, мне по идее сюда. Да, в южный квартал, а там я смогу улететь. Да. Средиземья, мне, по-моему, туда нужно путь держать. Да, вон он находится. Так, но мы помним, что надо от первого лица, от третьего лица на них забираться. Потому что в противном случае камера будет вести себя слишком специфично. Так, полетели. Сердце земля. А граница или север? Давайте на север полетим. Хрен с тобой. Ну, до свидания. Да, знаете, от третьего лица это выглядит еще более ущербно, нежели чем от первого. За все время ни одной игры не прошла полностью. А какую прошла? Одну. У меня вот, ну, за спиной есть список. Раньше я их проходил как бы для себя. Вот. Но теперь появились и те, которые я на стриме прошел. Там список, ну, такой, в принципе, нормальный. Получается уже. Сибирь. Ой, слушай, я наслышан об этой игре, кстати. Прям очень много слышал о ней. Но в детстве она прошла мимо меня, поэтому я... You are here. I got us a map from the Archmagister. Do you see that? We're here, and back there is the ruin where we'll meet Pegast. So, I'd say, let's go. Так, давайте наш дрын достанем. You lead the way. Я вас сейчас всех уродов трахать научу. Живо. Так. Куда идти-то? Где моя метка? А вот и метка. Да, но она ведет на эту тетку. Наверное, куда-то туда. Ты идешь? So я вообще к такого рода квестам очень специфично отношусь. Так, мы пошли не в ту сторону. Значит, мне туда куда-то. Старый Russian Guard. А, все, я понял. Мне по прямой надо просто идти. Ну, погнали.
Что примечательно, кстати, Сибирь была очень популярна среди школьниц в мои времена. Прям, что не девчонка, что не школьница, то они проходили эту Сибирь. И постоянно такие, о, Сибирь, Сибирь. Чего они так медленно идут? Потому что я нажал ходьбу. Я люблю ходить пешочком иногда в компьютерных играх. Чё торопиться-то? Вот ходим, наслаждаемся лесом и большим дреном за спиной этой барышни. Давайте вот так вот сделаем, наверное, камеру. Ну, не то чтобы ночная, скорее. Пасмурный день. Только и всего. Блин, меня бесит, что эти субтитры на полэкрана вылезли и не хотят слезать. Ладно, переживем. Так, ну мне по этой дороге надо идти куда-то в ту сторону. Там будет искомая. Да, вот сюда мне получается. Я тут был. Да-да-да-да-да. Я еще вроде не смог туда залезть, потому что там было заперто. Ну. Это не повод перестать пытаться, как бы. Я верю в свои силы и способности. Так, ну нам в эту сторону. Чё? Я ничего не услышу, что-то там бормотало, поэтому, женщина, прости. Так. Семь. Рука. Все нормально. Погнали. Так, где-то здесь был заваленный вход, я помню. Ну, сработало же, субтитры пропали. Вуаля. Все работает. Так, здесь темно. Так, ну давайте посмотрим, на что вы тут способны. Хотя, я для этого места немножко перекачанное, но тем не менее. Понятно, благодарю. Благодарю, вы замечательная публика. Ценю ваше присутствие здесь. Е, пауки. Ну, за них, кстати, неплохо так опыта дает. 80 очков. Я думал, меньше будет. Так, мадемуазель, прошу меня простить, но мне надо немножко в горного козла поиграть. Попрыгать, посмотреть. Чё, кого здесь? Есть ли тут какие-то скрытые ништяки? А то разработчики любят здесь понапихивать в самые разные места, недоступные всякую интересную дребедень. Я могу сделать предположение, что как-то туда можно залезть. Но у меня недостает прыгучести. О, сундук. Аметист, берем. Давайте мы попробуем еще раз. Оп. Наверное, отсюда. Так. Так. Почти получилось. И куда же это меня ведет? Интересно. Здесь ни хрена, здесь ни хрена. Уточки тоже ни хрена. Ну понятно. Погнали вниз. Что нам сюда, да? Пардон. Не то заклинание. Надеюсь, здесь нет ловушек. Пить захотелось, глядя на меня. Смотри, вот обезвожи меня, не умри. Подозрительный ты человек. Я не хочу знать, какие у тебя там причинно-следственные связи привели к такому результату, что ты, глядя на меня, захотела пить. Камон. Как это работает вообще? Так, здесь ничего нет. Есть рычаг зато. Здоровенный такой. Ты на лифте? Поехали.
Блин, вечер пятницы, а даже как-то и не верится в это, если честно. Нет ощущения пятничного. Просто нету. Где бы его достать? На дне бутылки, но нет. Слышу голоса. А, это наш. Просто охуеть, согласен. Идите, у тебя грудь выросла, кстати, в этих доспехах женщины. Она же маленькая была. Эй, как грубо. Ну, великий магистр не мог дождаться моей отправки на задание, когда я пройду это испытание. Спасибо. Though I don't have the slightest idea what good getting wasted on weird droga can possibly do. Что? Nightshade elixir isn't just some weird droga. It's a centuries-old recipe that was already being used by the first vassals. Maybe you should have known that before judging our tradition. Ни слова не понял из их слов. Well, now I do. Тавтология, ну ладно. Who exactly are you? Kalia Sakaresh, keeper of the first sigil. I was exalted together with the one you call the prophet. Sakaresh? You're the girl from the village. Maybe. Have you heard of me? Well, there are some interesting rumors. Напряженная обстановка, конечно. Чё, как дела, мужик? А ты труп загораживаешь. Ты не против себя его пощупаю? Зеленый шелковый один. Галантные ботинки. О май гад, да был Данила, ты только посмотри на них. Я б в таких походил. Блин, стильные, стильные, только грязные, жалко. Но я их брать не буду, потому что не хочется мне, как в Короле и Шуте, сапоги мертвеца забирать. Да не толкайся ты. Еще одно нападение. They ran in here about 2 hours ago and charged through us like we were bloody beginners. Где сейчас бандиты? Well, нет, меня загораживает он. Now anyone who gets too close to it gets roasted like a chicken. So now we can't go down and they can't come up. Как отключить механизм? Somehow, yes, but would you place the button to deactivate the trap right next to the door it's supposed to protect? We need to find another way down. Да нет, не устал. But at least we've got a clue. Че уставать-то? Я только недавно проснулся, по сути, только недавно из душа вылез. Поэтому я полон сил и энергии, я просто, ну, слушаю. А по кнопкам-то тыкать? Ну... Вся моя жизнь это тыканье, блять, по кнопкам, сука. Сюда лучше не идти, я вас понял. Я вас понял, до свидания. Урок усвоен. Давайте закушаем все это бананами и банановым ликером. И кокос один съедим. Да. Какие подробности? Обычные человеческие подробности. Че, я не человек, что ли, по-твоему? Ну, веди. Надо еще что-то скушать. Так, два когтя и вот это еще. Фруктовая диета? Да я что-то так хочу, прям. Чего-то тропического, так сказать, что да. По сути, это она и есть. А что там мужик, типа, прибирается, это норм? Это никого не смущает? Давайте сливаемся на всякий пожар, а то вдруг это босс вертолет какой-нибудь.
Идите о высоких, кстати, по отношению к ним. Хоть в игре поем, да. Так, и чё? Молоток для колку. Сань, господня, сколько можно меня пугать-то? 2, 3, 4. Понял. Фу, 5. Ёбаный насрать, сука. Не отвлекай меня, сейчас забуду всю комбинацию. Видение. Завали. Так. Да отвали от меня. Да отвалите от меня. Дайте мне механизм. Блять, ну вот, я забыл. Сука. Надеюсь, вы довольны. Все, вот, ништяк. 2, 3, 4, 5. Все. Так, ну чё, погнали. Молоточек для колокола берем. Идти, дрын. Раз. В смысле, неверно? Да в смысле? Отсюда начнем. Все, сори. Вот на отвлекай меня, я теперь собраться с силами не могу. И с мыслями. Слуха у меня нет. Чего у меня только нет? Да... Куда? Сюда? Нет, не сюда. Сюда. Во. Завали. И, по-моему, последний был. Что? Сайк. Ну, удачи, я здесь, пожалуй, постою. Блин, высоко так-то, ёб твою мать. Ну нахер. Чё, мне типа за ней сигать? Блин, а чё там мужик стоит, прибирается? Я с ним не поговорил. Камон. Мужик. Эй, ёб твою мать. Так, камон, достай. Я, короче, no comments просто. Ну шо, народ, погнали нахуй. Ёбаный в рот. У-ху. Балдёж. Эх. Где моя мамзель? Уж она утонула уже до этого. Плавать не умеет. Да не, вроде нет. Ну, давайте разбираться. Чё, кого, сучки? О! Наконец-то можно кому-то по хребту вдарить. Не отъехал от первого удара даже. Бам. На улице молодежь гуляет. Ну, такое себе мясо, если честно. Я бы не стал есть крысиную тушку. По крайней мере, я нахожусь не на том уровне отчаяния еще. Так. Вижу противника. Куда наша женщина делась? Она же два раза аж прыгнула. Эй. Видите? Даже анимация была. Обалдеть. Так. Загрузочка, давай быстрее, пожалуйста. У меня нет времени на твои шутки.
Благодарствую. Чё, мужики, сидим, да? Бляк. Ах ты ж, сука. На нахер. Туда же. Ой, ну наконец-то я кому-то могу по хребтине переебать. Целый день этого ждал. Так, и чё? Куда это ведет? Надо было, наверное, их разговор подслушать, чтобы понимать, о чем вообще речь идет. Но-но-но. Она быстрее погибла, чем я думал. Текс. У тебя есть череп? Давай сюда. Я черепа все-таки коллекционирую. Это мне очень нужно. Человечье мясо. Не хочу. Блин, у меня есть ощущение, что я не в ту сторону пошел. Поэтому давайте-ка мы по-быстренькому вернемся назад. Я убежусь в своей правоте. Да, здесь тупичок. Прям как чувствовал. И чьи-то трусы. Так, это давай сюда. Зелье, хлебчик, венцо. Давайте хлебчик скушаем с вином. Ништяк. Прокидываем снова наши замечательные щиты и идем вершить правосудие во имя Луны. Та-та-та-та. Только я хотел обратить внимание на то, что тут какие-то подозрительные шипы. Ай, не возьми и убей меня. Причем моментально. Кто так делает вообще? Ай, господи Иисусе. Да, пойду налево. Остынь, приятель. Бекс. Ну, черепа на вас не появились, это жаль. А как они меня так эти шипы-то там вообще задели, а? Камон, где они там вообще торчали так? Серьезно, они меня убили? Лол. Просто смешно, я считаю. Дурацкая система, блин. Так, у кого-то из вас был черепок. Да, теперь обычный, не окровавленный, к сожалению. И вот об такое я убился. Ну, серьезно. О, боже мой. Ладно, бывает. Даже с лучшими из нас. Че, вы сами подойдете или как? Или вас позвать? Неуклюжесть? Да я очень даже уклюжий человек, как бы. Я прям супер уклюжий. Я редко попадаю в ситуации, когда я что-то роняю из рук, либо спотыкаюсь, либо еще что-то в этом духе. Ну вот, хотя на самом деле вот спотыкаюсь я больше всего в своей жизни, потому что, ну, из-за того, что я высокий, мне несколько проблематично смотреть себе под ноги, как бы, вот и все. Но со всем остальным, как бы, у меня проблем нет. Что-то топором не бью. Они слишком дохлые, понимаешь? Они не доживают до момента, когда я могу к ним подойти и ударить их топором. Вот и все. Ай, 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 неприятно. Не понравилось. Unpleasant experience. Ну, я просто
большую часть игры занимался тем, что проходил побочные квесты, как бы. А сейчас я решил взяться за сюжеточку, и вот я пожинаю плоды своего безумия, как бы. В том плане, что я слишком перекачанный для квестовых локаций. Что, в принципе, на самом деле не является печальным, потому что, ну, это позволяет мне с легкостью, как горячий нож через масло, прорываться. Отдохни. Так, еще черепа. Да, еще один черепок. Флейта. Еще один череп. Главное снова не наткнуться на пики точеные. Давайте посмотрим, что здесь у нас находится. Можно пойти как сюда, так и туда. Давайте сначала туда, наверное, сходим. Там вроде как тупик. Бровь дергается. Это глубины. Какого рода там глубина находится, интересно? Неужто это глубины моей бывшей? Ю! Так я тут был. Странная херня, но ладно. Возвращаемся обратно. Сраный колья. Ёб твою мать. Сколько можно? Их причем не видно даже нормально. Где они вообще? Вот я здесь бежал и здесь наткнулся. Ну, ёб твою мать. Кто так делает вообще? Кто так делает? Но это прикол движка. Это все прикол движочка. Так, а что у нас внизу? А туда нельзя. Я вас понял. Вопрос снимается за неимением спуска. Так, главное опять не на что не напороться, блин. Что? Что то поделить? Бум. Просто царапина, но... Сейчас, секунду, что там за крики-то в ночи? Неужто соседи дерутся? Да, вроде нет. Пойдешь спать? Давай, приятного сна. В таком случае мы, наверное, это подземелье зачистим и... Не, у меня игра вылетела, поэтому я тоже пойду спать. Ну как спать? Я пойду просто отдыхать. Игра у меня не сегодня, не хочет сегодня нормально работать, поэтому да. Спасибо тебе, что заглянула на стрим. Приятно было с тобой пообщаться. С другими ребятами и девчатами, которые здесь были, тоже, соответственно, было здорово покряхтеть о том о сём. Всем спасибо, всем до новых встреч. Пока.